смотрите, Мошкар заехал, там он в пене, ну такие же везде, да, и у вас такие же автоматическая мойка. Я мою вручную, заезжаю с этим, с бронзбойтом, ну на мойку приезжаю, вручную не дома, я имею в виду, а на мойку. Вот. А мы сейчас поедем вот так вот. Трык-трык-трык. Трык-трык. Трык-трык-трык. Car-wash. Car-wash place. How you say car-wash? Car-wash. Car-wash. Car-машина wash. Mix. Говорит, wash your hands. Sometimes я кричу на мужа. Wash your hands, потому что его пандемия. Ну, you have to put it сюда. Это где она и там. Сюда, да. Буду пёс. Ой, как красиво, красиво. Мерседес. Ты вымылся, он или не вымылся? Fast. Can you come closer? Fast and Furious. $13. $13. $13. How do you say $13? $13, $9, and $3. $13, $9, and what? $3. Mm-hmm. Oh my god. Это что, водой $3 самое дешевое? Водой больше ничем, что ли? No soap? For $3. Probably no soap. Я, говорит, наверное, нет, без воды. Ой, без мыла, господи, только вода. А, да, значит, 13, 9 и 3. Как интересно. Дрык-дрык-дрык. Беру эти шланги, ну, это самое, и начинаю ими мыть там фом, туда-сюда бросаешь монетки. Наверное, я как-то показывала, нет, свое. А вот, а что я вначале не стала как-то мыть в автомойке в такой? Что-то я не знала вот эту нейтральную скорость поставить, потому что-то какой-то этот самый. Короче, для меня большая морока. Там на нейтралку что-то такое, ну, в общем, вот такие дела. Вот. Марокко, короче. Топ помыл, да? Она моет иногда тоже, возит мою. Можно и дома. Можно дома. Часто моют люди в своих домах, кто живет, моют. А сам тут транслейт. Поехали. Они close the window. It's so loud. Loud, громко. Нойзи еще говорят. Нойзи. Шумные. Нойзи вообще-то шумные, да? Да, кажется, шумные. Громкие, шумные. Вот, все, пошел. Следующий пошел. Клиранс написано. 7 футов 2 инча. Клиранс — зачистка. Переводится клиранс в магазине, распродажа последняя, да, тоже как зачистка вроде бы. Можно так перевести. А это дрык-дрык-дрык-дрык-дрык-дрык. This is like a woman getting ready. Honey.
Говорит, как женщина готовится быть чистой. Опа! Ой, господи, он имел совсем не то. Ноги. Honey, you mean these legs or what? I thought you mean it's a vora. She tried to be clean. Oh, you mean legs, right? Crazy you are, honey. Он на ноги, говорит, на женские имел в виду, похоже. Спасибо, honey. They understood. Я говорю, они поняли. It's like seven different things they gotta do. Ага, honey, yeah. I understood what you mean. Как ноги, дикс, опять. Yes, it's legs. Ага, honey, gonna stop to do I that. I like your legs. Legs, мне нравятся ее ноги. Jump right on in. Honey, stop. Be a good boy. Я говорю, будь хорошим мальчиком. Фомом полило. Все здесь не за $3 моют, потому что мы ждем долго. Да где-то уже, наверное, сколько минут, наверное, 15 стоим. Гляньте, одна сторона. Why not that side? Only one side? Or this will be from another? Только одной стороной это шпарит этот фом. Фом – это пена. Honey, a little bit for you too, you see? Что-то хотел сказать. А, этих всех моек боятся дети. Вот они внутри сидят. Да я сама. А, да, с другой стороны теперь льет. Правильно. А то с одной стороны, теперь с другой. Я сама в этих мойках как-то чувствую себя, как это клаустрофобия здесь. Вот, ну, как-то закрытое пространство, и ничего не видно. Кошмар какой-то. И все шумит ужасно. А детвора, да, боятся. Маленькие дети боятся, орут. Вот у меня американцы сейчас, и наши там это знакомые ехали как-то мы в одной машине. Орут. Ужасно. Но их тоже не выпустишь же гулять. Ну что ты его выпустишь здесь стоять? Ну что, по темноте он и будет бояться. Вот, поэтому, ну, приучают. А что делать? Вот. Так, ну нам уже здесь ничего не видно. До свидания. Называется. Обдувает теперь горячим воздухом. А все равно она выходит невысушенная. А за нами кто-то стоит? Ну, we are the last, right? Мы последние, the last. No, next, but not nobody behind you. Ой, смотрите, какой ветер. Do you see how wind, honey? Do you see this one? Ой, honey, storm. Do you see that? Ой, еще rain, этот дождь. Rain. Не говорите русскую. Не говорите русскую R, пожалуйста. Я говорю неправильно, но кто молодой, учитесь говорить правильно, безусловно. Ну, я с мужем, я игнорирую. Я, конечно, когда с американцами, я как-то стараюсь там это самое, но все равно. Когда начал учить под 40 лет, извини, за 40 лет уже мне было, 43 года. Поэтому уже, ну что с вас взять? Ну, так. Въезжаем или не въезжаем? Зато я умею учить. Я бы вас вот выучила, особенно ну, тех, кто с начальным, конечно, уровнем, то есть совсем ничего не знает. Я умных в английском бы не выучила. Кто вообще на нуле. Ой, я бы вас быстро построила, выучила бы. Я, например, прошла много школ здесь, и русских учителей слушала. И я знаю точно, что нужно для того, чтобы заговорить по-английски. Надо орать, рот открывать и вот, honey, орать, рот открывать, проговаривать. И так проговаривать, чтобы уже в скулах болело. А, то есть челюсти там не соединяются, аж больно было после урока. Now she's blowing you. Yeah. Это ж машинка для оплаты. Это машинка для оплаты. Вот. Там тикет на входе берешь. А, нет, он, наверное, когда заправлял газолин. Да, он когда этот бензин заправлял на заправке, вот там вот, да? Ресит, нажал карвош, и в ресите был код. И теперь код смотрит. И код вставляет сюда, вот, в машинку. Туда.
Ресит — это квитанция. Вот. Как-то все страшно сейчас будет. Ой. Они. Ой, мама. Ой, мама. Ой, 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 мама. Ой, мама. Давай уже ползи. Ой, пошла. 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 Нога. Нога пошла. Legs reach back over. One leg. One leg пошла. Вторая, second leg пошла. Две. Опа. Как зарядка, да? Вот делаю эту зарядку. Все. Погнали фом. Шампунь, называют шампунь называют. Я все время путаю. И машина движется по платформе, да? На нейтральную надо поставить или на паркинг. You parking put or you neutral usually. Parking, right? И под парк. В таком состоянии сидим. Так красиво, как будто под снегом. Как помните, с легким паром фильм, да? Этот Юрий Яковлев. С ней поссорился, так его машина, этот экскаватор снегом завалил машину. Помните, он куда-то там на лед выехал, на реку. Так его бум завалило. Тогда на «Жигулях» ездили, да? И думали, что это счастье большое, если оторвал «Жигули», купил, да? Насобирал, во-первых, купил, да еще и в очереди достоялся, да еще, может, и взятку дал, если ты не передовик производства. Ага, а передовикам так прямо там и доставалось. У нас передовиками были коммунисты. Палить бы на них вот так вот. Вот. А сейчас мы харчами перебираем. Не та модель, не тот цвет, не тот размер машины. Я имею в виду про советские страны Советского Союза. Здесь всегда были. Всегда были. Говорили мне, говорит, такие длиннющие, что, говорит, еле разворачивался. Вот кто моего там возраста в молодости, старше кто. Вот эти кадиллаки, они же такие длинные, знаете. Говорит, еле разворачивался на дорогах, вот там в сельской местности жил, так было неудобно ездить. Вот этот green color, а? Какую-то зеленую, о, господи, как москитная сетка. Маскировочная, маскировочная сетка. Honey, just like frog color, а? Я говорю, как лягушачий цвет. Color этот цвет. Honey, say color. Color? Say frog. Frog? Frog. Frog. Лягушка. Ой, боже мой, льется какой-то цвет. А что они такого цвета? Honey, first time see color like that, а? Did you see? Have you seen before? Ой. Beautiful. Ну, какой-то еще ерундой нам полили. Вот сейчас будет открыть бы окошечко, да? Honey, let's open window now. Так, ну все, мы закончили. How much is 13 you paid, right? No, I paid 9. Mm-hmm. А, это за $9 он помыл. Все, серебряная мойка. А та золотая 13 for dry. 13 is overrated. What, they dry, they wash your tires, right? Or what? No? 13? Yeah. They do the underpinning, but they did the underpinning as soon as I drove on, so. I think I got the 13, actually. Ah. Наверное, говорит, 13 заплатил. Сам не знает, что платил. I think they jumped me up. Опять эти ноги ездят. Так вот открыть дверь, выбежать из машины, да, такая нога как даст. Ой, ну что вот я вам рассказываю, сижу, разве это видео, это так. Мальчики. Как хорошо, когда помоешься, да? Mm-hmm. Чувствуешь себя свежо. Ой, what is it black, that? Is it air, right? Honey, what black is it? Is it air, right? Воздуходувы, по-моему, вот это точно. Black-то, yeah. Вот этими dry, это сухой. Или сушить, dry. To dry, это сушить, глагол, да? Приставка to.
dry – это adjective. Adjective – это имя прилагательное. Arid. Arid? Name of that? Is dry also. Okay. Arid. Ну от слова air – воздух. Воздуховать, наверное, arid. Is it verb, honey? Arid. Верб, верб это глагол. Надо посмотреть второе слово эрит. Ну, воздушить, как по-русски. Обдувать. Нет. Дуть это blow. Там другое, наверное, слово. It's an adjective. Да, окей. Ой, как красиво, как красиво. Только медленно. За нами стоит машина. Somebody behind us, no? Waiting, no? No. Behind это сзади. Behind us. Us – это мы. Но us – это нас. Us. Ой, это вообще сейчас мы взлетим, слышите? А воздух, воздух. И опять мы поехали вперед, нас повезли. Хазбан же сидит, балдеет, не шевелится, да? Тащится. Хани, you enjoy, right? Ты вож. Я говорю, ты наслаждаешься мойкой, он говорит, да. Так, хорошо. Наверное, зеленый уже горит, значит, нам можно ехать. We can go, right? Окей, okay. Drive forward написано вот здесь. Drive forward. Там, где зеленый огонек был. Drive forward. Forward вперед. Drive. Веди машину. Forward. А впереди это ahead. А forward это вперед. Один хрен, да? Слова разные. Я. Yeah. Ahead. Ahead впереди. Can you hear me? Все, поехали.